Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Какие вот дела у нас. Всем привет, мои дорогие. Мы с мужем и с другом мужа решили выйти погулять. Вышли погулять. Фуар, ярмарка такая, да? 126-го, наверное, уже заканчивается, и мы решили вот предпоследний день прийти посмотреть, что это такое, да, какое-то развлечение для себя. Оставили свекровушку дома. И находится возле Сая-парка. Ну, какое-то развлечение все-таки, да, чем дома сидеть. Так хорошо на улице, тепло одеты. Что еще нужно? Боже! Ой, а в это время Светлана сидит, работает. Надо же отдохнуть чуть-чуть. Посмотреть, как подготовили Новый год. Но в этом году покраше. С каждым годом все красивее и красивее. Здесь это находится. Посмотрим сейчас и вам покажем. Едой запахло, каштанами. Цветочки продают. Мои любимые цветы. Ашкем, пучичи. Цинбанал Мадынхич. Цветочки. Красиво, видите? Зайдем вовнутрь, посмотрим. Снимала и забыла нажать. Ну, в общем, вот такая ярмарка. По 500 лир. Нас это не интересует, мода. Многие покупают. За 200, за 100 платочки, 250. Пойдем погуляем, если будет что-то интересное, покажу. Тряпочки по 10, полотенце по 150. Сковородки. Крепчиныш. По 100 лир. Ну, конечно, некачественная такая ерунда для закрытых женщин. Косметички по 35, 10 штук, лампочек 100, теле. Дешевая, короче, здесь. Ерунда, короче. Дешевая. Шмотки тоже по 550, платья. 250. Джинсы. Ой, там вкусняшки. Алька. Бак. Трабзон экмек. Трабзон курсу. Ana beğendim ben. Ne kadar kilosu? 150 kilosu. Poşetlerde 100 lira. Ne kadar istersen de al. Вкусное вот это вот что-то такое. С семечками. 150 кг ceviz. Походили, ничего нам не понравилось. Из одежды. Это трикотаж видно. Такой не брендовый, а знаете какой? Ширпотреб. За 150 лир. Такая юбка за 250. Качество, конечно, синтетика. Ну, походили, интересно было. Вот, 850 вот эти вещи. Да, такие цены. Здесь сколько стоит? 550.
надо же. Как-то так. Купили только сухариков и все. Видите, готовая еда. £350 килограмм баклавы. Вот. Сарма не кадар кило. Цветочки тархан. Ну вот уже более-менее здесь соусы, что-то интересное. О, как жарко здесь, друзья мои. Жарко, я в своем пальто. На улице не так жарко. Сейчас попробуем мед. Инча бальмуму var ya. О, hazır инча бальмуму. Üzerine arı dolsun. Teşekkür ederim. Ha, istersen olmasın, видите, istersen karakol. Пробуйте бесплатно. Ha, o işte. Bu ne kadar? Ne kadar? Bunun kilosu, tuzunun kilosu. 300 lir kilogram. Bekisinin süzmesi de var. Hani onu yediğin zamanında balmumu var ya. Bunlarda o yok. Arının kendi iyi. Ama hepsini kendi yiyor. Ama bu da sağlığa zararlı ya, değil. Yarısını yiyorsan bunun yarısını arı yap. Yarısını мед. Видите, где настоящий мед. Ашкин бал давар бак. Прополис варсис де прополис. Полем вар. Бак, о, каракованы шоле сузмеси де вар, абы. Бак. О, кетик кевен, абы. О, каракованы. Нет прополиса настоящего. Покупаем мы это кольцо. Очень вкусный мед, впервые я вижу такой. Бурда ма? Очень вкусный. Гуне. Тай, тай. Я все время любила такое что-то интересное, да? А это пыльца прополиса, но нет прополиса. Посмотрите, какая красота. Çok güzel bal lan peki şekersiz. Посмотрите, что Ашкин купил. Вот такую вот красоту вкусняшку. Бал дал дынсен, ярым кило. Вот мы закупились, блин, сыров. Наелись, накормили нас. Вот смотрите, что хотите, вы можете взять. Вот. Понимаете? Вот здесь есть на этом, и можете взять, попробовать. Я говорю, если бы я знала, я вечером бы не кушала. Вот это Рабзона. Это голландский сыр напоминает, друзья мои. Настоящий кошар Пьерла, да? Кошар Пьер, 350. Ашкин! Ашкин! Кошар Пьер. Были гитермиш, сыни наркодаш, люлюбургаза, хатерлерсы. Будут тады на бак, для кадар, друзья. Голланд Пьерин, Голланд Пьер, гиби. Понимаете, с плесенью он вообще такой классный. А тут посмотрите на эти хлеба. Обалдеть. Вы видите? Что-то такой черствый. Когда их сделали? Доброе утро, мои дорогие. Мерси, весна. Замечательная погода, замечательное утро. Желаю вам прекрасного настроения. И с наступающим Новым годом! Надеюсь, у вас прекрасное настроение предновогоднее. Мир, солнышко, счастье, любовь. Будьте всегда на позитиве, мои дорогие зрители. Фотоотчет, друзья мои. У меня уже четвертый такой рисунок. Огонь, желание на 2024 год. Ой, какие у меня желания. Валюшки, на желание. Всех, кого нет с нами, всем привет. Привет, привет.
Ой, как красиво. Такое море красивое. Благодарю, Вселенная, за этот день. Замечательный день. Дорогие любимые зрители, с Новым годом! Мы с Ашкимом изменили свои планы, так как мы только сегодня отвезли нашу свекровушку, мамочку. Поэтому у меня не было столько времени, чтобы что-то придумать. У нас такой стол скромненький, уточка, соте, бюрек. А мама очень счастлива. Почему? Потому что мы своим птичкам сделали такой подарок, золотую сделали, купили клетку и подарили им такого мавиша. Мы очень счастливы. С Новым годом, друзья мои! Дай Бог, чтобы все ваши желания сбылись в этом 2024 году. А мы с мужем покушаем и пойдем встречать на набережную. Не на набережную, а на площадь. Ну, такие у нас планы. Потом посмотрим, как и что будет. Друзья мои, такую я одела красную маечку, чтобы соответствовать дракону. Муж пока еще в домашней одежде, но все очень весело и прекрасно. С Новым годом, мои дорогие зрители! Спасибо, что вы со нами! А я мужу сегодня сделала сюрприз. Посмотрите на мои красные колготки. Красивые такие. Удивляю его. Мои дорогие друзья и подписчики, мы с мужем изменили свои планы и пришли на... Куда пришли? На площадь независимости, на концерт и будем встречать ночью. Не заснять вам. Это потому, что мой муж ушел вперед, и я осталась одна, потерялась. Но я... А смотрите, люди как празднуют здесь, бухают. Как классно время проводит, друзья мои. Скоро Новый год. Ты. Где мой Ашкин? А, мой Ашкин вот здесь. Классно вообще.
1 января, у нас такой вкусный ужин. Сегодня я запекла свежую рыбочку с овощами моими любимыми. У нас соте есть, утку мы решили не кушать. Знаете, как в Турции, не кушают сразу все. Так что такая у нас красивая свечка. Будем пить с Сашкой мартини. Вот, хотя есть много чего интересного, но... Будем доедать московский салат. Ну, приятного нам аппетита. Посмотрите, я вам рассказывала или нет, уже не помню. Такую красивую мы купили со Шкемом. Золотую. А вот наш Мавиш. Смотрите, какой колесик он у нас. Мавишок, похож на Мавиша. Вы знаете, что он наш Шкема сел на плечо уже? Он даже еще никогда не летал, и для него это странно. Мавиш! 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 Мой сладкий! Мужичок наш любимый. А эти сидят пока наказанные. Потом их выпустим, потому что они пугают его. Это нападает. Девочки у нас такие. В Стамбуле. Красота. Честь поддержку Палестины. Негюзель. Все, приятного аппетита нам. Вот мой муж, которого вы думаете, что я не показываю, прячу. Он здесь. Вот, все, будем кушать.